Здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить игру под названием Мордарк. Вот. Итак, у нас, короче, тут, смотрите. Вторая локация. Продолжаем вторую локацию. Гостиная. И 18 эпизод. Давайте попробуем поломать голову здесь. Так, мы, короче, взяли с вами магнит. Магнит — это, короче, такая штука, вот, смотрите, меняет гравитацию. Понятно, да? Вот. Смотри, нам нужно убить двух чуваков здесь. Давай-ка попробуем сделать вот так. Так, погоди. Нет, я тут не допрыгну, наверное. Так? Отлично. Здесь убиваем. Дальше, 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 дальше. Так, смотри. Опа. Не допрыгнул. Ладно, окей. Чертило, за которого мы играем, не так вот, в принципе, далеко подпрыгивает, прыгает. Вот. Так, смотри, вот здесь нам надо сделать вот так. Перебраться на другую сторону. Ждем, короче, пока Коля пройдут. Вот. И делаем вот так. Такая же схема, как и предыдущая. Отлично. 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 Все, четко, пройден. Уровень пройден. Я думаю, мы, короче, с вами просто замучаемся с этими вот гравитациями. Не выговорить даже. Короче. А, ты смотри, меня раздавил ящик. Охерененно. Просто. Это просто офигенно. Ладно. Так, этого чувака мы убили. Смотри, что здесь. Что теперь у нас? Я так полагаю, нам, смотри, надо ящик раз. Вот так, да, 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 все четко, все четко. Так. Блин, вот это неудобно, очень неудобно. Это просто как... Так, погоди, мне надо перепрыгнуть. Мне тупо надо перепрыгнуть. Это реально жестко. Короче, это реально жестко. Ладно. Так, погоди. Фишку мы поняли, да? Фишку мы эту поняли. Так. Так. Окей, окей, окей. Так. Нет, здесь мы не... Коля, мы не перепрыгнем. Надо, короче, как-то сделать так, чтобы... Чтобы мы смогли, короче, с вами... Ой-о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 й. Так. Иди. Так. Надо, короче... Вот так, нифига. О, видали, какую комбинацию надо было сделать, короче, чтобы получилось, да? Так, окей, отлично. Это жесть, короче, это жесть. Тут просто мозг запарится. Так, смотри, здесь никого убивать не надо. Здесь, смотри, у нас дверька открыта, получается. Но. Нам нужно... Так, окей. Окей. Короче, вот эти штуки надо взорвать. А, херушки. А, нет, все правильно. Все правильно, погоди. Эти штуки взрываем. Тут вот так. Ой.
Так. Здесь передвигаем вот так. Наверх. Ой. Да блин. Окей. И здесь вот надо как-то... В смысле? Что? Как это произошло, блин? Куда он меня исчез? Куда у меня исчез, черт? Куда этот парнокопытное исчезло? В ящик, что ли? Что за баг? Даже здесь я баг нашел, короче. Окей. Здесь, короче... Надо как-то это все. Блин, почему он не двигается-то? Смотри, опять у меня в ящике остался. Короче, это просто жесть. Понятно. Окей. Так. Я фишки самой что-то не понимаю. Как мне перепрыгнуть там? Я боюсь, что я задену там... Да блин, что не взорвался-то? Я боюсь, что я задену, короче, этот... Коля. Так, смотри. Так, надо подумать что-то. Хотя, если... Нет, так, смотри, у меня не двигается почему-то. Надо, короче, понять. Окей. Да блин. Окей. Так. Может, один ящик мне... Во я тупарь, да? Смотри, короче, фишка-то в чем? Вот так вот делается раз. И теперь мы спокойно, короче, спокойно вот забираемся. А я туплю, короче. Офигеть. Вот. Ладно. Здесь что у нас? Здесь у нас какие проблемы? Ладно. Тут мы можем, короче, спрыгнуть. Так, погодь. Стой, погоди, нам, в принципе, ящик-то... Можно без ящика, в принципе, здесь, смотри. Делается это так. Опа. Вот так. Опа. Дальше просто надо аккуратненько это все сделать. Опа. Опа. И все. Все, а ящик... Ящик просто для отвлечения, наверное, да? Чтобы я посидел и голову поломал, куда ящик сувать. Вот. Так. Окей. Окей. Что здесь у нас интересного? Погоди. Мне надо, короче... Ладно, допустим, этот ящик мы скидываем. Так, стоп. Так, погоди. Опа. Делается это так. Так. Опа. Опа.
Отлично. Здесь все аккуратно, аккуратно. Без резких движений. Так. И сбрасываем. Все отлично, все четко. Ну пока вроде как-то вот... пока вроде как-то немного на изи это проходится. Так, вот здесь, смотрите, куча всего. Здесь нужно и взрывать, и ящики двигать, и вообще тут непонятно, что делать. Так. Окей, смотри. Делаем так. Делаем так. Окей. Дальше, 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 чё? Наверное, вот эту штуку тоже, наверное, взрывать надо. Так вот. Так, погоди. Отлично. Так. Чё-то я накосячил, короче, наверное. Тут мы нифига... Нифига не сделаем, походу. Хотя стопы. Не успел, короче. Ладно, смотри. Смотри. Что мы творим, короче. Здесь опять вот так взрываем. Так. Стопы, блин. Что-то не догоняю, нифига. Нифига не догоняю. Так. Вот эти штуки надо по-любому взрывать, короче. Блин. Если я сейчас взорву вот этот... Эдди. Блин, надо ж так просто на кол. Отлично, ладно. Окей, давай-ка здесь попробуем сначала. Расфигачиться, разобраться. Так. Вот этот ящик, надо его... освободить получается, да? Так. Ой. Посмотри, ты видал? Он что-то не... А чё он застревает? Это особенный ящик, что ли? Погоди. Так. Опа. Короче, этот ящик надо как-то... Блин, ты... Вот эти бы как-то взорвать, я не знаю. Не получится, нифига. Допустим, я его сюда, да? А там колья. Там помешают колья нам. Видишь? А, что ж я сделал-то? Просто урони меня кирпич. Короче, короче, я там вырезал, чтобы, блин, я долго сидел, мучился, как это сделать, короче. И фишка в том, что надо, короче, сделать вот так. Только это надо очень как-то, очень быстро надо как-то это все сделать. Смотри, блин, не то взорвал. Смотри, короче. Открываем. И вот эти ящики, короче. Это тоже. Блин, упал. У меня получилось это сделать один раз, но я самоубился, чтобы, не знаю, это сделать на видео, короче. Вот. И вот такая вот фигулина получается, смотри. Так я не знаю, это надо очень-очень
очень-очень быстро это делать. Сейчас, минутку. Концентрироваться надо. О, все, отлично. Вот, вот, видели, да? Вот. Ну, это, конечно, жестко и сложно, но что делать? Хочешь жить, умей вертеться, называется. Вот. Так, здесь бы главное не накосячить теперь. Вот, да, отлично. Все. Здесь мы все замутили. Так, здесь уже проще. В этой стороне уже проще у нас. Идет. Здесь мы, короче, освобождаем ящик себе. Наверх, короче, его надо передвинуть сейчас. Так вот, вниз. Так вот. Сделать, короче. Сделать себе... такую штуку. Погоди, погоди, а вот тут как? А, что я туплю? Вот туплю, а? Вот туплю. Это, конечно, это после такой вот жесткой головоломки, поэтому я туплю. Смотри сверху, сколько кольев. Кольев просто немерено сверху. Надо, короче, что-то думать, что-то решать. Здесь, наверное, у нас, смотри. Надо мутить лестницу. Как мы обычно делаем. Опа. Отлично. Ха, нет. Ладно, опа. Опа. Так, отлично. Замочил. Вот так. Здесь также. Отлично. Смотри, вот здесь немножко посложнее будет. Сейчас. По ходу дела. Так, ну, смотри, сделать мы делаем так. Надо в обратную сторону лестницу сделать, получается. Так, отлично. А, нет, чё? Все нормально. Все отлично. Ты смотри, что делается. А, не меняется. Ну окей. Опа. Опа. Здесь. Здесь. Опа. Вот так. Все четко. Все прошли. Ух ты. Здесь еще и шевелятся. Чувак, смотри, еще у нас в шлемаке. Надо, короче, там как-то выбирать момент, походу. Да. Выбирать момент. Окей. Ну, давай будем. Будем как-то... как-то думать. Так, наверное, вот это ломаем. Ломаем дальше. Проходик себе сделать надо. Блин, как бы, чтобы там потом выбраться. Так, так. Конечно, блин, конечно, жестко вообще. Жесткая, жесткая игра. Очень сложная. По крайней мере, для моего, для моих мозгов. Окей. Так, ладно. Блин, не то, короче, взорвал, ну как всегда, ну ладно. Всегда. Ладно. Пробуем.
Вот так. Только потом, как выбираться отсюда. Я без понятия. Так, смотри, здесь, короче, надо нам сделать следующее. Ха-ха, нет, не убийца. Не надо было убиваться. Сделать следующее, говорю. Дернулся, блин. Так. Иди. Здесь, короче, замутили. Надо вот здесь замутить теперь. О, отлично, бомбардировка удалась у нас, короче. Ладно, погнали дальше. Здесь. Оп. Блин, жесткая игра, просто жесткая. Так, ладно. Теперь здесь, наверное, взрываем. И вот это взрываем. Так вот. Опа. Здесь фишка, наверное, та же. Короче. Ай-яй-яй. Рано нажал. Это было что-то очень-очень опасно сейчас. Очень опасно. Окей. Оп. В кнопках путаешься, короче. Все, отлично. Мы это сделали, отлично. Друзья. Ну что, давайте на этом закончим. Вот, и так дофига попарились, короче, с вами. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, короче. Мы еще будем проходить эту игру, я думаю, несколько серий точно. Вот. Обязательно оставляем комментарии. И с вами был Валерий.